Синий туман над нами проплывает. Ничего абсолютно не видно. Вообще, соседний дом и то. Еле как. Такие туманы отнюдь не редкость в Краснодаре, когда даже соседний дом ты можешь не увидеть. И зимой они все-таки намного чаще, чем в другое время года. Забавно то, что я слышу все звуки машин, звук улицы, но ничего не вижу абсолютно. Слышно, как трамвай едет. Наступил вечер, а туман еще больше стал. Посмотрите, как он опустился на землю. Мы все сегодня ежики в тумане. Забавнее всего выглядят, наверное, дворики, в которых практически никого нет, и туман. Тем временем у нас в Краснодаре все еще держится туман. Только что вот прочитала такую интересную новость. Российские туристы, которые летели на самолете из Турции и должны были приземлиться в Краснодаре, были вынуждены лететь обратно в Турцию, потому что пилоты не смогли посадить самолет. То есть вот такая у нас обстановка, туман такой сильный по всему краю. Представляете, самолету пришлось вернуться обратно в Турцию. Не в Сочи посадить, не в Анапе, а в Турцию. Поэтому многие наши соотечественники ожидают благоприятной погоды для того, чтобы вернуться на родину.